Вот я им всегда рассказываю, что эта песня была написана, когда тебя еще не было. Когда мы о тебе мечтали, вот о таком кудрюше. Вот, кстати, о кудрюше не мечтали. И блондине тоже. Как-то так вышло. А вот. И вот ты появился такой чудесный. И теперь вот на концерты со мной ходишь. Ну, слушай теперь. А он на уши? Нет уже. А, слушай. Ох. Ты готов? Да, кстати, эта песня скоро. Эта песня не выпущена. Эта песня вот только с Игорем у нас в акустике звучала всегда. И скоро мы пишем аранжировку. Она будет обретет совсем другое звучание. И мы обязательно ее все послушаем на центральных площадках уже. Да? А ты не хочешь? Я слушаюсь. Ну, ладно. Вот это, кстати, история. Всем же очень интересно. Вот этот человек в утробе моей слушал музыку, танцевал. Но когда он родился, он сказал, нет, не надо петь. Колыбельная – это плохо. Не давал мне петь, не открывать рот, ничего. То есть с самого рождения не хотел, чтобы мама пела. Так уж случилось, так уж сложилось. Мама у тебя певица, и придется тебе терпеть. Давай. Терпи, малыш. Ложись, скажи. Ложись. Это будет сказка. По большим листьям улыбаясь это, осенью несется печаль и беды. Знаю точно крепко, я тебя знаю, это листопад моей маленькой победы. Закрою глаза, загадаю желание. Ближе к небу, не боюсь того, что было и будет. Это мне на шанс, пусть Бог меня судит. Бориса. Это на самом деле в какой-то постановке Бориса Годунова в МДТ. Значит, там же, ну вот где Борис Годунов, там же огромное количество, там уже Дмитрий, там все время. И все приходят, и Борис от него что-то хотят, его все время хотят там то убить, то покалечить, то еще что-то. И вот в какой-то момент он говорит такой, ну сегодня день побитого Бориса. Ты такая впечатление, что у нас сегодня день побитого Бориса. Но мы держимся. Сейчас я поменяю струну.